Губернатор Сергей Морозов провел расширенную встречу с активистами Общероссийского народного фронта. На совещании общественники пришли озвучить основные задачи работы на ближайшее время и обозначить проблемы, которые больше всего волнуют жителей области. Ведь именно представители Народного фронта, по словам президента, борются с произволом и равнодушием чиновников и могут решить множество проблем. Мы отдаем себе отчет о том, что вопрос, который вы поднимаете, у нас, в общем-то, имеет общую цель. Благополучие и интересы жителей Ульяновской области и, конечно, настоящее будущее нашего региона, как одного из опорных регионов Российской Федерации. Среди проблем, которые могут решить активисты Народного фронта, губернатор назвал контроль за соблюдением потребительских прав, развитие сельских территорий и добровольчество. В волонтерском движении большую роль играет молодежь. И сейчас формируется молодежное крыло ОНФ. Возникновение молодежки ОНФ как нового направления Общероссийского народного фронта возникло по инициативе самой молодежи. В прошлом году Общероссийский народный фронт уделял огромное внимание приоритетным проектам. И мы заметили, что в них участвует большинство молодежи. И эта молодежь не просто участвует, она требует отдельного внимания. Проблемам молодежи в Народном фронте уделяется большое значение. Вот и озвученные вопросы касались в первую очередь этого направления. В числе их долгострой в Мании, где 12 квартир предназначаются детям-сиротам, и строительство детских садов в Барыше и Ишеевке. Губернатор поручил приложить все усилия для решения этих вопросов. ЖКХ – еще одно важное направление в работе Народного фронта, в котором наработано уже множество предложений. Мы передали общественное предложение губернатору, большей части касается выполнения 600-го указа, то, что касается жилья. И в наших основных предложениях было следующее. То есть мы настаиваем на том, чтобы в конце концов в области был наведен порядок с мониторингом состояния домов. Это слово сложное, но смысл его простой. Мы должны каждый год оценивать состояние, в котором находится дом. В зависимости от состояния дома должно решиться, проводить его капитальный ремонт незамедлительно или можно перенести на более поздние сроки. Губернатор пообещал рассмотреть все предложения общественников и в ближайшее время воплотить их в жизнь. Егор Цтов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.